Новый пункт сбора организован в гипермаркете «Глобус» с щелковским отделением организации «Красный крест» и общественной палатой муниципалитета. Пострадавшим требуются постельные и школьные принадлежности, полотенца, одежда, обувь, средства гигиены. Также помочь можно деньгами, перечислить любую сумму на счет Министерства финансов Иркутской области. Банковские реквизиты вы можете узнать непосредственно на пункте сбора или на официальном сайте министерства. Сбор гуманитарной помощи будет проходить и завтра с 11 до 17:00 в гипермаркете «Глобус». Очень много народа откликнулось именно в «Красном кресте». Сегодня вот мы еще полчаса только стоим. Народ заинтересованно подходит, спрашивает, что можно купить. Волонтеры раздают листовки, в которых написано, что необходимо жителям на данный момент. Поэтому как-то вот хочется, чтобы жители побольше откликнулись, конечно, чтобы мы собрали побольше гуманитарной помощи, именно той, которая будет востребована жителям пострадавших районов. Акцию мы проводим по инициативе Общественной палаты Московской области, в которой принимает участие около 20 муниципальных общественных палат. Вся собранная гуманитарная помощь будет упаковываться в картонные коробки определенного размера. Все будет подписано, будет произведена опись собранной продукции. И в дальнейшем бортом МЧС будет с аэропорта Жуковский отправлено непосредственно на место наводнения. Помогать тем, кто попал в беду, это, я считаю, дело настоящего гражданина Российской Федерации.